довольна, что идет вода круглые сутки без перерыва, что не выключают свет, что у нас чисто, что у нас охрана и относительно приличная публика. Нам дуже подобається, у нас 2 квартири, ми дуже в захваті і дуже любимо Кадори. У нас, наприклад, тишина в квартирах, може нам повезло з сусідами, я не знаю, але дуже добре. Потім швидко обслуговують дом, бачите, все у нас гарно, чистенько, і там у нас площадочка спільно з жильцями. Правда, вона ми збільшила, вона в нас є. Ну, все добре. Архітектура сучасна, вона не сильно різнообразна, і Кадор далеко не худший внешне, что из того, что строят сейчас. Везде охрана хорошая, парадные шикарные. Самое мое любимое – это картины на коридорах. Ну, очень красиво, как бы. Кадор радует. Хорошая детская площадка, уютно. Что еще могу сказать? Ну, малышке очень нравилось. Очень нравится, да. Да. Прекрасное место и для отдыха, и с детками погулять. Очень-очень приятно. Мне все нравится. Мы купили в 5-й жемчужине квартиру 4 года назад. Понравилось. Приобрели еще квартиру. Парк рядом, вот собаку гулять. И сама инфраструктура двора. Тут приятно вечером посидеть. Так что в целом все хорошо. И еще у нас есть юность парк, вот там, знаете, да, классно, там я каждый день утром туда бегаю. Мне нравится, не знаю, как другим, ну, мне нравится. Ну, конечно, старый фонд не лучше, так что Кадоры старым фондом – это просто небо и земля, как сказать. Я знаю, что есть новострои, не кадоровские, и когда рядом Кадор, стараются покупать квартиры там, где Кадор, потому что Кадор ухаживает и за территорией, прилежащей к домам, и это, наоборот, красиво. И ландшафт, и дизайн у них, вот хорошая колористика, скажем так. Все на месте. Магазины, новая почта, Укрпочта, это очень тоже важно. Кафе, рестораны, парикмахерские, аптека. Все удобно, хорошо, красиво. У нас нет проблем ни с чем, поэтому мы очень довольны.